Всем привет, это Фристудия 21.com. Продолжаем 328 упражнение, продолжаем косвенные вопросы. И мы дошли до, если не ошибаюсь, до 10. She asked me, what will you do tomorrow if you are not busy at your office? Чем интересен этот вопрос? Ну, во-первых, здесь согласование времен в самом вопросе. То есть в самой речи прямой есть уже согласование времен. Более того, здесь условия будущего времени. Поэтому невероятно будет интересно посмотреть, что же, собственно говоря, произойдет. Итак, во-первых, я хочу убрать, мне надоело слово ask, я не хочу слово ask писать, я напишу другое. Я поставлю wondered, это будет, наверное, лучше. Ну, я не знаю, ну, хотите, ставьте ask me, это не будет ошибкой, но лично мне уже надоело слово ask. 10. Итак, she wondered. Далее, так, she wondered, what, так, что я буду делать, так, она спросила меня, что ты будешь делать завтра, если не будешь занята в своем офисе, ага, что ты будешь делать завтра, здесь как бы нам не хотелось чего другое поставить, придется ставить согласование времен, будущее время с точки зрения прошедшего, что я и делаю, what I... Поскольку речь идет обо мне, would do. И помним, что tomorrow заменяется за next day, the next day. Далее у меня должно быть if, естественно. А далее очень интересная ситуация. Что же мне делать? У меня условия будущего времени. И после if у меня стоит настоящее время. Ну, как быть? Поставить настоящее время я не могу, потому что у меня здесь стоит would. И дело в том, что условие-то у меня уже относится не к настоящему, не к будущему, а к прошедшему времени. И это, соответственно, требует, чтобы после if я поставила какое? Правильно, я поставлю здесь прошедшее время. Прошедшее время. If I were not at my office. В принципе, можно было бы in my office поставить, но здесь, я думаю, все-таки речь идет более об абстрактном понятии, чем о физическом пребывании в офисе. Но если вы поставите in, это не будет большим грехом. Так или иначе, значит, здесь какой интересный фокус. Здесь у нас условия будущего времени, то есть первый conditional трансформируется во второй. Здесь would, а здесь past simple. Вот такая вот картина. Это нормально, в этом нет ничего странного, поэтому не теряйтесь, когда у вас такая ситуация. Поднимаемся вверх, работаем дальше. 11. Pete said to his friends, when are you leaving St. Petersburg? Ну, здесь все просто. Pete asked his friends, when they were leaving St. Petersburg. Я не буду это писать. Далее, 12. He said to them, who will you see before you leave the city? Ага, он сказал им, с кем вы увидитесь до того, как уедете из города. И вот это стоит записать, потому что это полная аналогия 10 предложения, по большому счету. Здесь тоже у нас, там было if, здесь у нас before. Какая разница? Смысл тот же самый. Итак, he asks them, 11, he asked them, можно было wondered опять поставить, who they, и дальше would вместо leave уже будет, would see before they left the city. They left the city. Вот такая будет картина. Следующее.
Так, следующее у нас 13-е. They said to him, what time does the train leave? Итак, что мы здесь имеем? Они спросили его, когда отбывает поезд. They asked him, what time did the, what time the train left? The train left. Здесь у нас согласование времен. Здесь просто согласование времен. Ничего не меняется. Хотите, вместо what time можете поставить when. У нас такое предложение уже где-то было. When. Вместо what time. Это по желанию пользователя. Это не обязательно, но лично я люблю when больше, чем what time. They asked him when the train left. И все дело. Едем дальше. 14. I asked Mike, what will you do after dinner? То же самое, все просто. Здесь тоже согласование времен. I asked Mike, здесь вообще ничего меняться не будет. What he would do after dinner? Что у меня меняется? У меня will меняется на would. На would. И повествовательный порядок слов, кроме того, у меня третье лицо вместо второго. Далее, 15-е. I asked my uncle, how long did you stay in the Crimea? Я спросила дядю, сколько ты пробыл в Крыму? Ага, вот здесь мне хочется поставить past perfect, и я, наверное, это сделаю, и поэтому я это предложение запишу. О, у меня уже нет места. Итак, 15-е. 15-е. I asked... Или я не хочу asked. Я сделаю немножко иначе. Я схитрю и немножко сделаю, внесу какое-то разнообразие. I, так, возьмем другой цвет. I wondered. Здесь есть один фокус. Значит, дальше я поставлю how long сразу же. А теперь смотрите внимательно, что у меня происходит. How long my uncle had... had stayed in the Crimea. Дальше все то же самое. In the Crimea. Что здесь интересного? Мы привыкли, что когда мы ставим слова автора, мы обязательно должны указать, кого мы спрашиваем. Я спросила Тома, он спросил их, она спросила меня и так далее, и так далее. Но это не обязательно. Если мы ставим слово ask, понятное дело, что делается так. Но если я ставлю слово wonder, у меня большая свобода для маневра. Тогда у меня вопросительное слово будет стоять, а дальше у меня подлежащее, которое мы привыкли ставить после ask. Вот оно где. Ну а дальше все согласование времен, все как по учебнику. Едем дальше, поднимаемся вверх. Что мы имеем еще интересного? Mother said to me, who has brought this parcel? Мама спросила меня, кто принес посылку. Здесь тоже будет past perfect, я думаю. Mother asked me, who had brought this that, sorry, not this, that. Здесь должно быть that. О, сейчас я выберу себе цвет. That parcel. Потому что this в косвенной речи всегда меняется на that. А здесь будет had brought. Who had brought the parcel? Далее, 17-е. Ada said to me, where did you see such trees? О, все очень просто. Ada asked me, where I saw that... no, not that. Such. Так и будет. Я думаю, так и будет. Я не буду менять ничего. Where I saw such trees. Ежели уж на то пошло, здесь тоже можно поставить past perfect. Это тоже будет правильно. Where I had seen such trees. Это будет нормально. И последнее. I said to Becky, what kind of book has your friend brought you? Я сказала Бекки, какую это книгу тебе принесла твоя подружка? Итак, что мы здесь имеем? Наверное, это стоит записать, оно такое своеобразное. Так, сейчас я подумаю только где. Вот здесь, 18-е. Значит, I asked Becky, мне лень что-то менять, я перепишу. I asked Becky,
Далее, обратите внимание, что вопросительное слово у нас очень длинное, вот такое. Поэтому я его переписываю в аккурат все как есть. What kind of book? Of book. Далее, her friend. Не забудьте о повествовательном порядке слов. Had brought. Я думаю, что подружка принесла книгу раньше, до того, как я спросила. Had brought to her. Вот таким образом. Или даже, я думаю, что тут здесь излишнее. Не надо здесь тут ставить, не надо. What kind of book her friend had brought her? Вот такая интересная фраза, вот такое интересное упражнение. Ну, судите сами, упражнение не маленькое. И если вам интересно, что это вдруг я начала, просто меня попросили сделать такое, поэтому я спешу удовлетворить просьбу и делаю. Что вам сказать? Эта сфера довольно специфическая, эта тема очень специфическая. Поэтому, опять же, я размещу ссылочку на теорию и на первую часть в описании видео, чтобы вы могли посмотреть теорию, если вам вдруг что-то непонятно. В этом нет ничего странного, ибо эта тема достаточно сложная. Поэтому смотрите теорию, тогда вам будет гораздо легче, и тогда вам все будет понятно. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.